Здравствуйте! Сегодня я хочу поднять такую очень важную тему. Есть замечательный лук Snake. Цельнопластиковый лук, кажется, поликарбонатный, имеет два выреза под стрелу. Ну, в общем, бестселлер для обучения, для начинающих, для арчери так и так далее. Хорошая, годная вещь. Но очень часто пропускается один очень важный момент. Из этого лука стрелять можно практически любыми стрелами. Очень сложно найти стрелу, которая бы этому луку не подходила. Ну, точнее, которую можно было бы... Нельзя было бы выстрелить. О! Подходящие тут на самом деле очень мягкие, надо искать. Ну, пульнет любую. Так, ладно. Не о том. Вот взяли типичную стрелу. У этой стрелы натуральное оперение. Бах! Выстрел. Оперение сложилось. Все классно. Но из этого лука часто стреляют стрелами... Вот такими. Оперение жесткое. И здесь на самом деле происходит уже не такой приятный момент. Более того, ошметки этого оперения остаются на вырезе. Часто идет действительно отскок. И вообще это не самая правильная вещь. Важно, что очень часто забывают и не делают. Здесь есть плоская поверхность, на которую превосходнейшим образом наклеивается полочка. Та же самая полочка, которая наклеивается на классику. И, разумеется, можно и даже нужно сюда наклеивать, если вы стреляете стрелами с искусственным оперением. Это и перья побережет, да и лук так засираться не будет. И стрельба будет немножечко точнее. Поэтому на Snake, если вы стреляете стрелами с искусственным оперением, с жестким оперением, можно и нужно наклеивать полочки. Самый простой пластиковый будет достаточно. Собственно, все. Пока.